Все, друзья, мы выезжаем. Пожелайте нам удачи. Канал Жизнь Авиана всех приветствую. Мы с моими братьями авианами выезжаем на охоту. На 2 месяца, ребята, выезжаем. На 2 месяца. Такая вот у нас сейчас обстановка. Это сибиряне, ребята, вот так живут авианы. Ну, все, поехали. Бля, игнади. Кто работает? Работа там. Да. Да, посмотрим на меня, хочу. Сюда, ходи по кругу. Я брат. Кина, кина, да? Слетай. Там дорога очень скользкая, там лед, очень опасно, поэтому решили поехать. Вот посмотрим. Делаем дорогу. Чистим дорогу, в принципе. Тяжеловес. Давай, братан. Так, кстати, у нас тормоза нет. Он спускается на первом. Первая скорость. Давай, брат, потихонечку. Вот такие вот у нас, парни, условия жесткие. Печку затопили. Обедаем. У нас целых 4 машины. Быстренько обедаем и уходим. Так, мы тут заночевали, ребята, заночевали сегодня. Быстренько сейчас соберемся и дальше поедем. Это база наша, наша перевалочная база. Сколько вещей у нас, смотрите.
Вещей у нас, как всегда, очень много. Октябрь, начало октября. О, жестко, жестко. Круто, ребята. Я на машине, они в машине. Вот так вот мы едем. На машине мы едем, парни. Русские. Когда как? Нормально? Круто, да? Канал «Жизнь за меня» и «Ван Лайф». Представляет? Вообще круто. Все, давай, спускаемся вниз. Очень такой вот, видите, ребята, вот. Налит конкретный там. Ну, машина, в принципе, нормально проехала, но все-таки она... Вода очень большая. Фу, ребята, круто! Это уже лист, ребята. Я занял того, видишь? Вер. Мы сидим, видите? Там такая индейная зюрта. Да, это вам. И нам канджа. И бы как-то видно, да, это там. Я бы сидел. Да, вон гора, мы были, не видно, не видно. Все гора, я так видно.
Смотрите на такой слой льда. Вот, смотрите, да? Видно? Пробивает она жестко. Камень еще лежит тут. Все очень жестко, парни. Не все так просто в этой жизни. Ну хо, приветствую. Как дела, братишка? Майдара битрая на все, а? Айдара, да. Все. Попробуем. Братан, Генза. Сейчас. Нормально, пройдет. Пройдет. Ну, что, парни, приехали, да? Все, мы тут уже наш этот уходящий домик. Уже мы приехали, сейчас кипятим чайники. Время сколько? 8:10. 8:20, ребята. Сегодня 8 октября. Давайте, 13 августа. Вот такой вот домик наш. Вот. Быстренько завел мотор, генератор. Две лампочки включили. Окна все были разорваны кем-то. Скорее всего, медведь или кто-нибудь, да? Кто еще? Может, цыган? Росомаха, может? Все, сейчас мы будем готовить сейчас будем мы. И будем готовиться ко сну. Готовлю мясо с картошками, ребята. Вот это мясо, это говядина свежая, вот наша. Видишь? Свежие.
особенно хамдарим термин. Так, вот буквально, смотрите, мы же делаем. Какая она жирная у нас, а? Очень жирная, очень свежая. Ну, свежее не бывает. Не говори, брат. Печень горна сам съешь забрала, да? Думаю, в скором времени надо бы попробовать, да? Так, вот этот. Вот это на печени будем шамбу. Ну, считаю, ребята, это у нас полевая кухня. Полевая кухня Evenlife. Пока у нас только говядина. Думаю, скоро будет мясо какого-то зверя дикого. Думаю, свежая барана. И может еще кого-то другого. Да, парни? О, вон, вот этот тучер. Так, вон целиком отдан. О, я. Эти не альба хулары. Я вон. Да, полок, немножко. На, он. Так, ну тут все мы отдыхаем, потому что так готовится ужин. Пинка. Кинда. Да.
вот рыбешки остались. Не остались, мы это самое. Сейчас будем их брать. Ох, ох, да. Хорошо. Неплохо взяли рыбешин. Хариусов, ой, сколько много, а? Неплохо взяли, да? Я хуен да! Хуйки! Все, я за кулем. Хана, неплохо, неплохо идет, парни. Давай, 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 давай. Кена, как? Фу, айди, нарди, банда, 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 банда. Это новый пути, да? Банда, 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 Вот ребёшек взяли за один подход, штук, наверное, 50. Только за один подход это взяли, ребят. Только-только начали рыбалку. Ой, сколько рыбы-то, парни! Сотни рыбы, а один ушел. Пускай идет. Вот один остался. О, на охуенный голдар. Блин, сколько рыбы-то? Та. Короче, так так они попали. Тимардо. Маспардо. Пиндолле. Пиндолле. Ты, бать, нормально, да?
Так, ну что, самое, друзья, самое приятное сейчас у нас происходит. Сейчас будем жарить хариуса. Свежего, ребята, свеженького, вот он. Так, в муке он у меня сейчас будет. Так, там у меня только соль. Соль и все. Так. А вот это она у меня неровная. Вот сейчас я думаю, вариант. Так ставить или так, она опасна, видите, очень опасно. Тут. Мне тут нужен ассистент. Посмотрим. Соляра газ у меня работает очень хорошо. Вот так вот. Соляра газ, вот это называется печка. Она на солярке. Все, давай. Так, ну что, мужики, всем приятного аппетита. Мы сейчас будем кушать свежий хариус. Хариус с макаронами сейчас будет у нас. Кетчуп, хлеб. Все, пошла, давай. Раз, два, три. Первая пошла. Первый пошел. Первый пошел. Второй пошел. А где третий? Третий ушел. Га, много. Приятного аппетита. Как рыба-то? Первый улов. Первый улов. Катан калакпы. Просто бордом. Давай, Генка, что у тебя-то, рассказывай. Солянка, тут Денис. Да поставь-ка, и ладно. Ничего. Как? Думаешь, нормально? Господи, голова есть. Вон там он уехал, да. Зеленый хариус, ребята. Будем кушать. Зеленый. Цыганский свежий хариус. Саня торгатель ведь торговал, да? Саня торгует. Ты мне скутул, Саня, как был? Да, Так, ну все, парни пошли. На разведку пошли. Они пойдут туда, вот так вот. А мы поедем туда дальше. Там есть скала. Вот туда и пойдем. С двумя собаками. Две гены. Удачи, парни. Так, спецназ пошел. Горный спецназ. Три парня пошли. Встречать баранов. Ребята, смотрите, нарты. Видите, она уже такая съеденная, поэтому ее поменяли, бросили. Она уже изношенная. Это старая аполозия. Это легковые они идут. Видите, как аккуратно сделано, а?
Все четко, аккуратно. Я сниму-ка. Вот эти уже большие, они грузовые идут. Вот смотрите. Тут это стойбище оленеводов раньше тут было. Вот. Видите, кораль. Тут палатка была раньше. Да, тут все бросили, ушли. Да вот еще пара его. Пара его. Вот, так. Вот они. Так. Банки консервные, тушенки. Интересно, да? А тут тоже тут что-то делали. Камни большие. Это история, друзья, история. Тут оленеводы жили раньше. Ну, не так, это не так давно, лет 50, наверное. Это 70-е годы, наверное. Советское время. Тут вот жили люди. Вот так вот, ребята. Сегодня добыли 3 барана. 3 чубуку добыли. Идем домой. Все, очень устали. Целый день ходили. Вот и кем барбут, кем убут, не было. Вон же алхарова ведь где халла. Вон же живу где? Там а? Кубискуна, вон не курю, а такая капнула. Кубискур вон не. Дмара ты лапы тебе не гидде? Просто ты не. Смотри, ну куна. Кофта на ровно, на лорарди. Халла, на лорарди. Там сама арди. Там дига. Тук-тук-тук, да хорошо, хорненький. Вот паран, вот обилляй, да что? Это хоть бы ты видел? Хорошо, хорошо. Бәрі онына сұғыттан басса біт. Бардыттан олар. Оққы бірақ өк көйеді бұған. Оқты ентеніне бірақ ел бұд. Ба, табақ шекет дәрі. Арығында құлып ағыра бұл. Ба. Отты мере де. Че, Гена? Чистка оружия? Правильно. Да.
Так, с утра готовимся к выезду. А сегодня у нас рулетка. Хайда перчатка. Блин, да что я трогал? Так, мы сейчас где-то идем на вчерашний добытый баран, он самый дальний, далеко. Время, скажите, сколько? Вспомню. 10:20 время. Погода теплая. Ребята, нету снега, практически нету снега. Вот только вот вверх, наверху в горах вот только снег лежит. Тяжело, отдыхаем чуть-чуть. Сейчас отдохнем и дальше пойдем. Здорово, парни. Так, ну, маленько осталось, метров, наверное, 500 калади до машины. Примерно где-то 4,5 километра до места охоты, до трофеев наших, до чубук. Маленько осталось, ребята. Очень тяжело. Тяжело очень, ребят. Ну, ничего. Я по мотоциклу велике. Какие лего, яко? Велике. Эмен. Какая бинтику? Какой келик лего? Хэджи в каванику. Ачу. Тик, би кэджи. Хиги долин и кэджи. Болла не рапчук и чар, Эрели дыган джир, Икке чайму ани джир, Айке да огинук, И чуть не би бугу, Нерике да тюрегу, Болла не эм не дун. Го? Тарик ти гали гай 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 гай. Как же горбан бая? Го, бикарем энни. Хрррр. Ладно, хергалга. Давай, тур. Поднимайся. Ты устал, нет? А, вот так. Ну, килограммчиков 15-20 точно есть, да?
А половина-то точно по-любому есть, где-то рыба была где-то. 40-то точно весит. Все, пошел, Генка. Так, теперь я сейчас встану. Так, ребята, внимание, внимание. Оп. Раз, два, три, опа! О! Так, вот идем. Маленько осталось, ребята. Вот такая у нас вот охота, ребята. Охота на чубуку в Якутии. Она всегда вот такая сложная, она необычная, и она непростая охота. Так, мясо чубуку сейчас будем, ребята, кушать. Вот с таким вот луком, лук, перец, масло. Все, мужики, налетай. Надо. Бей. Ну что, мужики, как? Давай. Мясо барана как? Нормально? Mm-hmm. Лучше не бывает, да? Что вот надо еще мужику, да? Да, мужика надо мясо и рыба. Все. Еще раз мужика приятно аппетит. Ай-яй-яй. Что сейчас будем, Гена, кушать? А? Да? Чего будем сейчас, говорю, кушать? Плов. Плов? Нет, а это что? Плов-то вечером уже будет. Рыба соленая, харю сейчас мы будем кушать. Так, все, сейчас мы отдыхаем. Завтра в путь, как говорится. Готовимся. К выезду завтра будет. Так. Шкура барана. Вот так вот сушим. Так, ну что, у нас утро. 7:30 утра. Мы опять кочуем, ребята. Ивана, это кочевой народ. Кочуем всегда. С места от места. Так, перебазируемся. Так, база у нас находится отсюда где-то 30 километров. Ну, где-то 4-5 часов езды. Вот, на машине. Там особо таких нету дорог. Наверное, если в 9 выйдем где-то, наверное, к часу, к двум, к трем, если все тип-топ, подъедем к месту назначения. Вот у нас собаки. Вот этот пес, он маленький, полтора, ну, год небольшим. Это у нас бомба, он у нас... ветеран, можно сказать. Ему где-то 8 лет. 8, наверное, 9 лет. Один из охотничьих наших собак. Бомба! Бомбито! Так, а вот этот север, он все лето был этот. О, золотарей. Так что, накормили его еще как-то. Вот это полторагодовалый новый пес. О, Карнда. Самолет летит. Военный, да. Самолет.
Кисидика бада, бата, бута, ту. Уханья пада, вообще уханья. Уханья мирит. Буру. Вот так вот собираемся мы уже. Варим. Вот этот суп. Из баранины на чубуку. Самое любимое блюдо Эвена. Наша пищика, соляра газ, очень выручил. Я там и приготовлю рыбу, приготовлю. Мясо там, там же я плов, а вчера плов приготовил. Соляра газ. Очень, очень нужная штука, оказывается. Ну, был бы газ, конечно. Двухкомфортный этот газ 5-литровым баллоном было бы вообще взорвано. Но пока газ я не приобрел, пока целяра газ у нас есть. Вот так вот мы собираемся. Even life for brave. Это значит только для храбрых. Ну, все, готовимся, выезжаем.